Дорогие соотечественники, поздравляю вас с прекрасным праздником Пасхи. Христос воскрес! Христос воистину воскрес! Это праздник победы жизни над смертью, света над тьмой, здоровья над болезнями. Во Вселенной произошло что-то необычное. Мужчина, умерший через распятие на кресте, спустя 3 дня воскрес из мертвых сверхъестественным образом и провозгласил: «Смерть, где твое жало? Ад, где победа твоя?» Это не просто единственный феномен в истории, нет. Он воскресил надежду в миллионах, миллиардах людей, тех, кто поверил в Него. Открыл им будущее не только на оставшуюся часть жизни на земле, но и на всю оставшуюся вечность. И сейчас в наших земных заботах Он дает силы быть выше проблем. В несчастьях радоваться, в болезни дает веру исцеления. Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Грех – это то, что разделяет нас с Богом. Это негативная энергия, которая разрушает нас изнутри. Если не покаемся, то наш грех уничтожит нас и сведет в ад. Но Христос принял наказание за наши грехи, умерший на кресте, и воскрес для того, чтобы возвратить нам потерянный рай. Рай – это не абстрактное место после смерти. Рай – это полноценная жизнь сегодня, полная внутреннего удовлетворения, независимо от обстоятельств. В эти праздничные дни желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения и не отвергать дара Божьего спасения. Когда вокруг страхи, горе, болезни, попроси Иисуса Христа войти в твою жизнь. И в это трудное время, когда даже друзья и родственники не могут вас посетить, боясь заразиться вирусом, Иисус Христос с радостью придет в ваш дом. Придя, наполнит ваше сердце не земной любовью, не поддельной радостью и сверхъестественным миром. Молюсь за вас и благословляю вас, дорогие друзья.